У нас в країні змінилося вже кілька генеральних прокурорів та інших очільників правоохоронних структур, зокрема і ДБР. Але ми таки не побачили ані обіцяних посадок, ані жодної кримінальної справи гучної, щоб вона була доведена до якогось логічного результату. І тут у мене буде два питання. По-перше, ця ситуація б'є досить сильно по рейтингу президента і президентської сили. А ми ж знаємо, що в жовтні повинні бути місцеві вибори. То якої політичної волі ще не вистачає, наприклад, нашим правоохоронцям? І чи відбудуться тоді, якщо падає рейтинг, ці вибори у жовтні? Я уверен, что выборы должны состояться, хотя сейчас идет много разговоров на эту тему. Прежде всего, центральная власть ведет дискуссию внутри себя, опять же, по поводу партизации местных выборов. Иначе говоря, партии, представленные в парламенте, хотят монополизировать политический рынок и не допустить местные выборы к участию местной партии, простите, к участию в местных выборах. Ну, это просто страшное нарушение Конституции, я бы сказал, страшный грех. То есть, наоборот, центральная власть и партии, которые представляют страну на центральном уровне, наоборот, должны отстраниться от местных выборов и не принимать участие, потому что это совсем разные вертикали. Центральная власть, парламент, правительство, президент – это вертикаль государственной власти. Местное самоуправление – это местные власти, где нужно допускать всех, потому что у людей разные предпочтения, разные вкусы в политике. Тем более местных политиков они видят, они их могут потрогать, могут пощупать. Это первое. Отвечая на второй ваш, вернее, на первый ваш вопрос по поводу силовых органов, опять же могу сказать следующее. Действительно было много обещаний, было много надежд, которые уже рухнули. Но самое главное то, что не было никаких структурных реформ в правоохранительных органах. То есть что произошло? Везде поставили своего человека. Там назначили своего прокурора, там назначили своего начальника СБУ, а там пытаются назначить своего начальника ДБР. Где реформа? Я вам скажу для примера, да, что мог бы сделать президент. Например, в мире существуют две системы. Французская и немецкая модель. То есть нигде, ни в одной стране, кроме Украины, России, Казахстана и Белоруссии, прокуратура не является субъектом, да, то есть конституционным органом. То есть это орган, который должен быть либо встроен в судебную вертикаль, так как это предполагает французская модель, так, либо он должен быть встроен в Міністерство юстиції, так як це существує в Германії, в Америці. Пане Геннадію, а от якщо оцінювати загалом керівників наших органів влади чи команди президента, чи дійсно ви можете сказати, що всі вони хоч якимось чином ефективні? Чи ви можете назвати конкретних людей в органах влади, яких можна просто прибрати і, як кажуть, знаєте, отряд не замітить потери бойця? Знаєте, отряд не замітить потери бойця, якщо їх убрати всіх вместе. Тобто, на самом деле, не все не являются ни профессионалами, ни людьми, у которых есть какой-то багаж за плечами, ни опыта у них нет никакого. Поэтому и эффекта от них мало. Кроме того, самое главное, они не являются ни командой, ни единомышленниками. Этих людей ничего не объединяет и ничего не связывает. Соответственно, они так и работают, понимаете? Более того, им никто не может правильно поставить задачу и правильно ее отконтролировать.